По селам Карагандинской области колесит передвижной медицинский комплекс. Задача врачей – провести скрининговые исследования и вовремя выявить те недуги, которые могут привести к смерти и инвалидности. Только в одном Бухар-Жыраусском районе специалисты обнаружили патологии почти у трети обследованных сельчан. В Центральном сельском округе вместе с медиками побывала и Марина Золотарева. Село Центральное – это уже 7-й населенный пункт Бухар-Жыраусского района, куда прибыл передвижной медицинский комплекс. Бригада работает с мая. За это время врачи выявили 5 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые нуждались в экстренной помощи. Все они были доставлены в кардиологический центр Караганды. Двоим была проведена срочная операция. Диагноз – инфаркт миокарда. Медики в ужасе. Как выясняется, сельчане зачастую смертельные недуги переносят на ногах. Бригада передвижного медицинского комплекса, куда входят 15 врачей высшей категории, обследовали около 7 тысяч сельчан. Результаты впечатляют. 30% трудоспособного населения на поверку страдают различными заболеваниями. Врачи выявили 6 человек с подозрением на ВИЧ, 4 больных туберкулезом, 5 человек с онкологическими заболеваниями. Делать точные исследования медикам помогают экспресс-методы. Мы можем сегодня проверить на сахар, на холестерин, экспресс-метод тропониновый тест для определения подтверждения диагноза инфаркта миокарда. Также мы можем в условиях, значит, ПМК провести ультразвуковое исследование, которое действительно тоже во многом помогает нам подтверждать данный диагноз и при необходимости, конечно, дифференцированно подходить, кто нуждается в экстренной помощи, а кого действительно отправлять на плановое лечение. В Центральном сельском округе Бухар-Жыраусского района проживают более 2000 человек. Чтобы скрининговые исследования смогли пройти все, тут организовали транспорт. Проверить здоровье идут молодые, старые, дети, даже те, кто давно стоит на учете у медиков. Тут никому не отказывают. Сегодняшнее обследование, я думаю, что выявим мы какие-то свои проблемы. И удобно то, что здесь вот комплексно все проводится. Этого не все могут и не часто. Например, если это взрослые люди, которые пожилые люди, они, их надо сопровождать. Сопровождать кто-то. Это значит отпрашиваться с работы. Это значит где-то терять свое рабочее время. И сегодня вот выявление, это, я считаю, что полезно для нас. Диагностика, консультирование, обучение местных специалистов. С такой целью профессорско-преподавательский состав медицинского университета Караганды выезжает в отдаленные районы. Это первый вуз в стране, который создал мобильную бригаду. Третий год светила медицины колесят по территории области. Протяженность маршрутов доходит до 1000 километров. Передвижной медицинский комплекс будет работать в регионе до середины осени. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Асет Асаинов, Карагандинская область.